канун дня первого президента республики компания «Кастрансойл» запустила в эксплуатацию третью нитку нефтепровода «Кумколь-Каракаин». Одновременно были открыты еще два важных производственных объекта компании. Все они выполнены в рамках реализации проекта строительства системы нефтепровода в Казахстан-Китай. Общая протяженность третьей нитки нефтепровода «Кумколь-Каракаин» почти 200 километров. Также в этот день запущены в эксплуатацию новая подпорная насосная на станции имени Байхадама Жумагалиева и система электроснабжения на станции Барсенгер. Здесь впервые, допустим, в системе нефтепровода применяется система управления, значит, работой нефтепровода, основанная на микропроцессорных оборудованиях компании «Сименс». Здесь мы применяем новые современные технические решения в области строительства нефтепроводов. Здесь мы применяем новое насосное оборудование, что позволяет повысить эффективность нашей работы. Запуск в эксплуатацию трех крупных производственных объектов позволит увеличить мощность транспортировки сырья на шымкентские и павлодарские нефтеперерабатывающие заводы, а также расширит экспортные возможности отдельных участков казахстанско-китайского нефтепровода. Поздравляю с днем первого президента, с праздником. Всем желаю счастья, мирного неба над головой, чтобы все люди радовались и работали. Компания «Кастрансойл» из года в год успешно реализует важные проекты по строительству и модернизации своих производственных объектов. Тем самым компания обеспечивает надежную и бесперебойную транспортировку нефти потребителям страны и на зарубежные рынки. А это важная составляющая обеспечения энергетической безопасности страны. Хайрат Абельхасулла, Гани Алшымбаев, Хабар, Карагандинская область.